Привет! Сегодня узнаем, для чего в твердотопливный котел устанавливается электрический ТЭН, как его правильно подобрать и кому точно без него не обойтись. Возможность установить электрический ТЭН в твердотопливный котел – это довольно полезная опция. Ведь если требуется поддержать температуру теплоносителя положительной, в то время, когда котел не работает, долгое время, то ТЭН – это настоящая находка. Электрические ТЭНы бывают самых различных модификаций и мощностей. Самым популярным в нашем магазине – это 4, 6 и 9 кВт. Но есть как и меньшей мощности, так и большей мощности. Для того, чтобы не ошибиться с выбором ТЭНа для твердотопливного котла, в первую очередь нужно узнать диаметр патрубка для подключения. Обычно он устанавливается в нижний патрубок. Самые распространенные диаметры сейчас – это дюйм с четвертью, 1,5 дюйма и 2 дюйма. А дальше нужно измерить глубину водяной рубашки котла, то есть ту часть, в которую мы предполагаем установить ТЭН. Если мы купим слишком длинный ТЭН, он просто физически не войдет в этот котел. ТЭН подобрали, установили, и сейчас его нужно подключить к электросети. Сделать это лучше с помощью специального пульта управления. Они тоже бывают с различным функционалом и рассчитаны на различные мощности электрических ТЭНов. Но даже электрического пульта с простой функцией включения по заданной температуре достаточно для того, чтобы ТЭН правильно работал в системе отопления. Если температура в системе отопления понизится ниже заданного уровня, пульт включит ТЭН автоматически, и он будет нагревать теплоноситель. Современные электрические ТЭНы изготавливаются либо из конструкционной стали, либо из нержавеющей стали. Обращайте внимание также и на форму ТЭНа. Чем она более замысловатая и витиеватая, тем эффективнее работает ТЭН в вашем котле, и тем дольше он вам прослужит. Встроенные ТЭНы в твердотопливных котлах есть у многих производителей, но чаще всего они воспринимаются как некоторая маркетинговая фишка. Но вот для тех, кто боится, что в зимнее время при длительном неиспользовании твердотопливного котла система может замерзнуть, ТЭН – это настоящая находка. Если у вас остались вопросы об электрических ТЭНах или о том, как правильно подключить их к электричеству, с помощью каких устройств, как правильно ими пользоваться, обращайтесь в магазин Фарнакс. Мы вам поможем. Ну а я с вами прощаюсь, друзья. До новых выпусков, до новых встреч. Счастливо!